как у вас дела? Я уже устала. Сейчас в магазин в один, сейчас в другой. А потом в Озон, я говорила, сегодня игра придет. Буду забирать для Тошки этот Зельду. Вот, так что едем. Едем. По делам. Игру обязательно покажу. Что там пришло, в каком состоянии, как там что с этой игрой. Все, сейчас едем за игрой. Может быть, сегодня съездим детский, самый безобидный, остальные как-то не очень. Все, сейчас едем. Забрала я с Озона игру. Вот в такой вот коробке. Она вообще невесомая, она как будто пустая абсолютно. Не знаю, сейчас домой приеду, Тошка будет скрывать что-то. Вам покажу. И воду сегодня мы заказывали. Тоже покажу. У нас кулер. Мы все водохлёбы такие, что прям страшное дело. Что ты на меня так смотришь? Я не с тобой разговариваю, а с друзьями. Ой-ё, ну моську сквасил. Ёшки-матрёшки. Вообще, как тебя так... Ха! Можешь тебе показать? Да. Без маски? Да. Не, без маски не надо людей пугать. Я красавчик у тебя. Ну да. Это я просто к тебе привыкла. Без маски я его не покажу, а то и те мои любимые 200 человек со страху отпишутся. Не надо. Потом как-нибудь, когда вас побольше будет, вы будете покрепше, тогда такое я вам сюр сделаю. Короче, вот, пустая вообще она. Кстати, может, в натуре пустая? Вообще ничего. Даже не проверю. Ну. Не, ну не может быть пустая. Не может же, правда, но это же смешно. Короче, сейчас будем скрывать с вами. Ну вот, Тошка открыл. Давай, доставай, что там. Игра на месте. Я уже думала, в натуре коробка пустая. Нет, не пустая. Вот она, это Зельда. Вот. Будет играть, я вам покажу, что там. Все, давай. Это Мика у нас с ума сходит. Открывай, давай посмотрим, что там. Все, будет играть, я вам включусь.